Мы знаем компанию Никимед порядка 20 лет. Это начало нашей карьеры. Отдельный респект Людмиле Евгеньевне, которая смогла организовать ведущую компанию по дистрибьюции различных косметологических продуктов и, что для нас важно, изделий для хирургии. Я считаю, что это основной игрок на рынке, вот, и от которого другим дистрибьюторам можно многому поучиться. Какой бы хороший ни был продукт, его должны представлять приятные тебе люди. А здесь работают очень приятные люди, профессионал своего дела, которые досконально знают, с чем они имеют дело, и очень любят хирургов и свою работу. Мы дружим, и, можно даже сказать, семьями. Вот. Очень хорошо дружим. Никомед такая компания, которая, ну, в общем-то, помогает нам решать многие наши, можно сказать, бытовые проблемы. И мы очень довольны сотрудничеством. Они, в общем, не играют в одни ворота, так сказать, они, ну, довольно открытые. Мне нравится с ними работать. Люда Антонова старается. В моих глазах уже много-много лет это все происходит, как она вполне себе успешно продвигает идеи. Вот. И сотрудницы ее мне уже известны много лет. Все хорошие люди. С компанией Никимед мы работаем, по-моему, лет уже 15-20. И достаточно тесно и плотно, очень активный руководитель компании Людмила Евгеньевна, она нам не дает спокойно жить. Да, она постоянно что-то внедряет, что-то привозит. Мы постоянно с ней ездим и осваиваем новые просторы нашей великой Родины и не только. Поэтому мы используем и не только, вот смотрим демонстрации, присутствуем на мастер-классы, но препараты, которыми она, мы пользуемся достаточно активно. Да, сотрудничаем давно с компанией, поэтому у нас, в принципе, взаимовыгодные условия сотрудничества. Такие, как, допустим, они нас приглашают на такие мероприятия, как организовано сегодня. Мы имеем возможность использовать продукцию данной компании, поэтому... Абсолютно довольны. Компанию Никимед очень люблю. Начиная с руководителей и заканчивая всех девочек и мальчиков, и весь персонал, потому что нам работает с компанией легко и удобно. То есть мы буквально получаем все необходимое нам с колес. Бывают очень хорошие и очень такие подъемные по бюджету учебы, причем вот такие вот на злобу дня. Очень идут нам навстречу, потому что из нашей клиники проучились и пластические хирурги, и косметологи, что очень приятно, проучились гинекологи, и мы это уже применяем. Вот. Очень лояльно, очень хорошо нам работает с вами. Да. Активно работаем, и спасибо, что появились в настоящее время такие компании, как Никимед, в частности, сама компания Никимед. Почему? Потому что бизнес помогает двигать именно науку. Есть возможность приобрести технологию, есть возможность какую-то технологию развить, есть возможность эту технологию донести до масс. Вот это вот очень важно. Это то, что, может быть, мы не имели, когда у нас было молодое государство или когда был Советский Союз. А сейчас у нас есть такая возможность. И спасибо большое руководителю и руководству компании «Никимед».